В случае, когда мы верстаем шаблон какого-то документа, и нам нужно посмотреть, как будет заполняться текстом этот шаблон, нам необходимо занести какой-то произвольный текст. Для того, чтобы добавить произвольный текст, мы пишем равняется rand, открываем-закрываем скобку. Это выражение вместо себя вставляет панграмму. Что такое панграмма, можете глянуть в Википедии. В двух словах это произвольный текст, в котором есть все буквы соответствующего алфавита. Функция rand имеет два параметра, которые не являются обязательными. По умолчанию первый и второй параметры равны трем. Первый параметр обозначает количество абзацев вставляемого текста. Второй параметр это количество предложений, которые будут в каждом абзаце вставленного текста. Так как параметры этой функции не обязательны, то при указании всего лишь одного параметра функция примет за первый параметр то, что мы указали, а вместо второго параметра она поставит значение по умолчанию, то есть 3. Параметрами данной функции не могут быть дробные числа. Если указать первым параметром этой функции 0, то функция вернет пустое значение. Если указать вторым параметром функции 0, то функция вернет количество абзацев, указанное в первом параметре, без предложений. Вторая функция, которая работает абсолютно так же самое, как и функция rand, это функция lorem. Функция lorem возвращает панграмму на английском языке.